О, ребят, здравствуйте. А что такое? Ну, произошел мега-взлом, получается. Ребят, допился старичок-то, получается. Ну, а что вы хотели, ребят? Кому сейчас легко? Ну, вот я теперь тут. Как это тут вообще оказался? Он на моем стриме? Я вот теперь тут сижу с вами, буду балдеть. Так, спокойно, тут я сейчас на стриме у Хесуса. Ну как, я реально стримлю у Хесуса, правда. ЖСВН, блядь, сидит, стримит. А, то есть, правильно я понимаю, у меня на канале сейчас кто сидит? А. О, Володь, привет, чё, как там у тебя Маски дела? потерял. Кекве, кекве, кекве. Да нормально. Алина! Иди сюда! Какая-то Ой, Алина, куда я что-то сейчас вообще подался? маразматик старый. Канал перепутал, подключился на моем, короче. Непонятная какая-то херь происходит. Ребят, собственно, нечего на него внимание обращать. Я предлагаю просто забить на него. Ну, забить. То есть, я просто простым подключением на его канал сейчас заработал больше онлайна, чем у него был. Вы представляете, насколько я интересный зрителям? Но это же правда. Ну как вам, неожиданно так, да? Ну мы, короче, решили на часик обменяться каналами и посмотреть, что будет. Я буду управлять вами, а он будет управлять, пытаться моей аудиторией. ББ, я... Нет, ребят, теперь неправильно. Надо писать ББ, я к братишкину, понимаете? Смотрите, я могу сам на себя сабнуться. Да, я могу продлить на себя сапку, получается. Ну, давайте продлим. Ну что по поводу фриков? Вообще, я мечтаю вступить во фрики. Я думал как-то уже об этом. Можешь устроить какое-то слияние сквадов, чтобы, ну, типа, 89-й с фриками, а потом в целом все это преобразовать как в одно целое, как фрик. Но меня опередил Жужо, который уехал в Украину. Фрики лучшие. Не, а что там происходит? Это так гениально вообще. Так гениально. Не, это прям муф не был. Вот за что мне обидно, я как Вова Братишкин, я одного не понимаю, есть одна несправедливая штука. Я сижу, стараюсь, стримлю на Твиче, в итоге на главной странице ЖСВГН. Так а ты тоже, а тебя сегодня нет, Насколько это Вов. справедливо? Вов, тебя сегодня нет. Почему? Ребят, ну я на главной. Пойдем, слышите, пойдем гайки зайдем по приколу просто, по приколу. И вы типа будете писать «Я от Хесуса». Так, и кому там девочка нравилась? Какая девочка нравилась Хесусу? Я вот видел, она там стримилась сегодня. Вот это вот ему респект там какой-то говорила. Рейд от Хесуса. О, тихо. Серьезно, рейд от Хесуса опять? Да. И опять основа? Сейчас посмотрим реакцию. Клевого, ребята, за рейдером привет получается. Так, проверь стим Хесуса. Это, а, стрим Хесуса. А, это этот. Привет, привет. У меня чат не работает, ребята. Вы мне сломали чат. Ну это этот. Не знаю, что Тут я делать. этот, не, я не добыл, Кто я вы не на меня то сломали? рассчитывал. Короче, нужна девчонка, которая будет шарить и за меня, и за него одновременно. Меня не берут на работу, а если берут, то кидают. Пожалуйста, давай после стрима поговорим. Хорошо, я тебе помогу. Напиши мне после стрима в Телеграм или в Директ. Или можешь мне вообще жестко засрать просто личку ВКонтакте, прям заспамить жестко. Я Вова, я тебе помогу. Также я обещаю, что подарю вам 100 подписок. Вот. В среду, как подрублю, сразу же. Вот дарю 100 подписок. Причем третьего уровня. 7, 80 тысяч. А, тут только 40 можно подарить. Ну я, смотрите, я подарю 80. Получается, дважды по 40. Это будет 120 тысяч, да? Нет. Я еще и считать не умею. 140 тысяч. Вот, ну примерно. Или 160. Да. 80. Ну, ребят, ну у меня 89. Чего вы хотели, блин? Ну, 89 IQ. Рейд от Меня Хесуса. сломал. Рейд от Хесуса. Ты Мама Таня должна свежий. зайти и сказать, Не, что ну за я хуйня. должен ко мне приехать. Кто Типа приехать? домой, но он же не может постримить 30 минут. Да надо, Постримить. чтобы она проверила. Постримить? Он же должен ко мне прийти. Ко мне приехать домой. Че, куда приехать, прийти, че? Блядь, Володя! Это же Володя! А как это так он сидит на канале? Все, Татьян. Давай, Володь, спасибо, уважаемый. Ни хрена Я себе ты, так блядь. стою. У меня тут просто Володь. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Не, ребят, ну я довольно скучный стример, если что, можете к братишкину идти. Там всегда весело, там, ну, реально контент всегда происходит. То есть можете фоловиться. Я здесь обычно душный, но невозможно. То есть я Хесус АВГН, я не смешно шучу. Так, рейд от Хесуса. Просто чел думает. Если чё, прям нужно байтить, чтобы на стрим заходил к Хесусу. Один стрим Хесуса. Бать Хесус симпатичный стал. Привет, Макс! Хесус, а ты чё такой Привет, красивый Макс! стал? А ты чё красивый такой? Я просто сегодня встал с той ноги. От меня уехал Жожо наконец-то. Тебе это пошло на пользу, бром. Наконец-таки убрал вот эту недоросль с головы, блядь. Да, но сегодня Вот, что-то лень было видишь? башню строить, реально. Я там футболочку, видишь, новую прикупил, Не, там ну знаешь, штанишки ты новые убрал, прикупил. Ну, то есть блядь. реально обновил свой лук, правда. Еще, знаешь, вот это вот, Слушай, а я ж... смотри, ты видел, блядь, А. что
братишкиным, это пиздец. Зани сейчас с Вовой. Просто как клоун сейчас выглядит, видишь это, бро? Там, возможно, Алина что-то наколдовала. То есть, ну, но видно, что чел уже чахнет реально. Ой, ладно, слушай, Макс, мне надо это, интеграцию делать, понял? На казино этом. Пошел-ка я нахуй казик стримить. Все казик стримят, а я что хуже? Мне надоело уже терпеть. Пойду фриков порейдить. Так, кто из фриков стримит? О, рейд от брат... Давайте пишем ей рейд от братишкина, рейд от братишкина. Восточные песни какие-то. Рейд от Хесуса. А, реально у него, смотри. А, здесь братишкин сидит. Братишкин на стриме Хесуса, это как нормально. Я тоже скоро ухожу. Привет, дрон, что делаешь? Привет, Вова, ты что меня не позвал на футбол? Какого хуя? Привет, я еб... который не подумал об этом. Это Хесус, по-любому. Я еблан, который не подумал. Чё ты? Я говорю к братишкину за... Хесус. Братишкин. Не, Янсуха, ты не к тому зашла. Я говорю, к братишкину зайди, ко мне. А, к Хесусу зашла. Понятно, все понятно, бля. Я Ваде напишу, пожалуйста. Наталья, здравствуйте. Охуеть, вы чё, поменялись жизнями? Какими жизнями? Я Вова. Здравствуйте, приглашаю вас в 89-й сквад. Кидай инвайт, как вы к этому относитесь? Нет, а чё молчим? Чё? С кем? Ну и ладно. Так, блядь, ладно, чё он говорит всё-таки? Я ничего не говорю, всё, до свидания. Всё, я ничего не говорю. И так интересно, что я говорю, а я ничего не говорю. Где ещё? Чё, блядь, фрики не стримит? А, во, баёвал. Всё, бэ-бэ. Ты можешь к братишкину зайти, пожалуйста? Поддержать его немножко, потому что чел реально старается, не получается. 10 тысяч онлайна, правда. Ну, братишкин, это... Подержи его как-нибудь в чате. Это бездарь вот этот? Да, это про него, да. Бездарь вот этот, который орёт там, ну да. Поддержи его просто. А что происходит? Типа, это чё? Они типа пранкуют стримеров, поняли? Так, ладно, похуй. Зашёл, поддержал, так. Зашел, подержал, видите, вот так вот, блядь. Да чё вы заспамили, кто вас это заставил? Кого я смотрю, я смотрю Хесу? Блядь! Здравствуйте! Вы что делаете? Я хочу вас пригласить в 89-й сквад. Вот, официальное приглашение от меня, от братишкина. И вообще... Кто? Я Вова, привет. Лёх, приглашай тебя в манки сквад. Так какой Лёха, блядь, я Вова? Ну я в принципе согласен, окей. А можно к фрикам как-то попасть? Есть какая-то тактика. Только Шадоукеку и Станислав 9. Вы моего Шадоукека, давайте там это, полегче с ним. Так, слышите, предлагаю зарейдить Вансаму Official и сказать, что мы от братишкина. Рейд от братишкина, понятно? Он зайдет туда, а там Хесус. Я сейчас хочу посмотреть, что произойдет, потому что он знает нас двоих. Really? Thank you. Спасибо. Comrade Bratishnikov. Он обычно, ну, на природе, он обычно, когда дома сидит, он проверяет каналы, которые его рейдят. Блин. Да, он сейчас, наверное, не посмотрит. Или посмотрит. Russian Gachi. Russian Gachi. Чё? Ну, а давайте к Хесусу зайдем реально. Рейд от братишкина. Ребят, рейдим Хесуса, ребят. Погодите, рейд от братишкина, братишкин рейдит. Чё? Что ты там рейдишь, Володя? Я тебя решил зарейдить в очередной раз. Я тут фриков, в общем-то, это самое. Я фриков и 89-й сквад зову. Все отказываются почему-то. Я Генсухи зашел, к Боёвал зашел. Вот сейчас я думаю, кому еще-то. Так надо бы идти, короче, к девочкам, которые твои там стримят, и ты их смотришь. Гофлайк GK? Сейчас флайк GK зарейдем тогда. Так, рейд от Хесуса орем. Это баты или что? Подожди. Так что все, это Вова? Привет, брат. Наебал? Кого я наебал? Я же реально Хесус, ну. Ну здорово. Нет. Ты не Хесус. А где башня? Так решил попроще немножечко жить, а не выебываться, понимаешь? Ты можешь Володю поддержать, пожалуйста, приветом Афлэк GK? Потому что Володя реально там старается, пыхтит, но у него не получается ничего. Он сидит 10 тысяч онлайна. Базар. Ну, Кивас знаешь, если что, я готов вообще вписаться в эту движуху. Кивас? Брат, я на мели сейчас вообще полностью. Ну, ты видишь, я ну, с башни съехал, ну. Ну, а... ну, третий долг я не могу вписать, реально. Я третий долг. Какой третий, вписать, блядь? Алло, Джонни. А, четвертый, сори, забыл. Четвертый, точно. Давай, отправься, поддержи пацана, пожалуйста, по-братски. Я тебя потом переведу, отвечаю. Все, базар, хорошо. Я в деле. Да куда? У меня все ссылки поменялись, подожди. Там путается. Пиздец, там рокировщик. Короче, чат, залетаем прямо сейчас, срочно. Напишите, короче, прям вообще нереально рейд от...
Чупикса, рейд от Чупикса, прям жестким спамом. Рейд от Чупикса. Кого? От Чупикса? Неужели меня, Вову, кто-то зарейдил? Неужели? Бля, он реально Чупикса не знает? Да кто не знает Чупикса? Ну это Володя, это лох какой-то. Бля, слышишь, а чё он? Он Чупикса не знает, блядь? Ну это Вова лох какой-то, слышишь, я ж тебе говорю. А, ну да, точно, это же Володя, блядь. Ну ты посмотри, этот решил как-то побогаче, что ли, пожить, переехал, блядь, куда-то там, шмотки брендированные, но я не знаю, типа, куда жизнь вот эта вот ушла, куда его унесло. Все, Джонни, давай, бля, мне ну надо... Пусть на досуге ознакомиться с Чупиксом, а то, блядь, стыдно не знать. Ну это согласен, это я ему по шапке дам сегодня. Он хоть мой шеф, но я ему по шапке дам все-таки. Давайте Марину, блядь, зарейдим реально. Ну мы от Хесуса, ребят. Вова бы не зарейдил. Рейдит только так, Хесус. Ну спасибо, получается, ё-моё. Шо у них вообще там происходит? Они надо мной рофлят, как всегда, да? Нет, Марин, ты чё? Ну здорово, здорово. Чё здорово-то? Я не Вова, я сегодня Хесус, если ты внимания не обратила, Марина. А где вообще вот эта вот, ну, башня? А чё у тебя с прической? Ой, этот вопрос я уже третьему стримеру отвечаю, говорю, значит, раз и навсегда. Сегодня я обленился максимально и решил немножечко попроще жить. Видишь, закупил себе футболку новую, штанишки там поменял, то есть у меня теперь одежды полный шкаф. Штанишки одинаковые или у тебя это новые? Не, у меня новые, я вообще все новое купил. У меня нету ни одного повторяющегося предмета теперь в гардеробе. А со старым что сделал? Володя отдал, он нищий. Ему нужнее. У меня ж казино теперь, тут БК всякие внизу в описании, да. А там этот нищий сидит. Слушай, а промокодик можешь там оформить? Я не знаю его просто. Я бы сказал, я его не знаю. По-любому там что-то... Хесус какой-нибудь, может, Хес, не знаю. Все, Мадин, пока, меня ждут приключения, я пошел дальше. Вот эту девочку давайте зарейдим, она мне нравится. Я у нее сидел, но у нее какой-то пиздец всегда происходит. Я бы хотел, чтобы она с Володькой встречаться начала, между прочим. Вот так-то. О, что? Да ладно, не может быть. Снова? Что значит снова? Привет, пожилая башня. А, ой. А в смысле? Что, ой? Ты Хесус. Хесус сейчас... Зачем ты взломал Хесуса? Хесус сейчас в заложниках, да пи***лся старый. Почему? Что произошло? Вот смотри, видишь, у тебя там вот Хесус, это я, да? А вот там вот снизу я, а это он, понимаешь? Смотри. А, да? Что? Серьезно? А что, зачем? Ну, по приколу чисто, чё нет? Милая такая девчонка. Алло, Хес. Да. Пойдёшь после стрима Братишкина в КС или нет? После стрима Братишкина, возможно, да, смогу, но мне надо будет там кое с кем перетереть обязательно. Ну, тогда через одну, наверное, через половину. Ломак, слушай, скажи, а чё тебя Вова так хейтит постоянно? Да он просто злой какой-то человек, натура у него злая какая-то. А ты не пробовал с ним поговорить там, может? Реально, может, у него с головой беды какие-то? Ну, чё мне в это лезть? Вдруг, если беды с головой, зачем лишний раз тормошить и ворошить? Бать, Хесус, я стерплю просто. Дискорд зашел, охуеть. Охуеть, Хесус. Дрейк, кошмар. Я первый раз, да, в Дискорд зашел сам, представляете, ребят? А Хесус сам никто. Его никто не звал, он в Дискорд зашел? Так да, он, да, да. Я 7 числа приезжаю к тебе, если что. Ты ко мне? 7 числа это... в Москве тебя ждать, правильно? 7 числа, да. Слушай, я бы, наверное, мог тебя даже встретить с Володей, я думаю, он не против будет. О-о-о, это надо. 7-го, да, можно. 8-го Володя уезжает, вы слышали, после стрима? Да, 20. Да. Ага, да, мы... 9-го он там балдеет, отдыхает, да, я буду за него стримить, в принципе, но чё, блядь, весь онлайн мне опять придет. Хотя и сейчас параллель ему ебашу, бедолага сидит там. Такие похороны на моем канале, сука, у старой устраивает, это пиздец, 9000, блядь. Я который... Невыгодный обмен, да-да, невыгодный обмен, блядь. Так ты же на главке вроде или уже да, я на главке, я понял, я забузил систему, у меня же главки сегодня нет, она у меня завтра. Короче, ладно, не мешайте мне в образ входить, реально. Давай, Лёх. Давайте. Давай, Лёх. Прошу называть меня Дмитрий, пожалуйста, Дмитрий. Знаете, что я хотел бы в перерыве поставить? Я хотел бы поставить свою лучшую работу, которая, в принципе, была неплохой парень ни в коем случае, который мне помог. Я считаю, что это лучшая работа на все века. В принципе, я это поставлю на фон. Сегодня я не буду стыдиться этого трека. Буду слушать, в принципе. Топ-трек. Я согласен, ребят. Это я раньше дураком был, ну, не сознавался в этом, но это реально лучший трек, правда. Как же я четко читал раньше, хотя по ночам все равно игру. Вот это реально Детройт. Так, у меня есть лучше, ребят. Так, бас-буста навалим, но с фирменным пресетом от Володи, который мне скинул.
пришло мое время вернуться к вам опять, и может... Нет, до... не жестко долбит. Мне как-то наплевать, но я не гангстер. Это навсегда сгорела кашка. Моя мамашка, это я сделаю мамашка. Я мамашка маленькая, смотри, смотри, отомщу, хотя по ночам все равно и грущу. Алексей, я спешу вам напомнить то, что у вас завтра на 14:00 назначена депиляция, это, так сказать. А, блин, депиляция. Спасибо большое. Депиляция ануса и ног. Да. Ну, понял, вот, сейчас я... Не забудьте только. Я сейчас, погодите, запишу, у меня телефон разрядился. Напомните еще, что у меня послезавтра после депиляции, я же не просто так туда иду, встреча все-таки с Надеждой. Напомните еще, что у меня послезавтра после депиляции, я же не просто так туда иду. Встреча все-таки с Надеждой, поэтому я думаю, где-то, ну, часика через два, можно на четыре. Рояль Паладин? Блядь. Пожалуй, да, я думаю, там, ну, жопа волосатая конкретно, поэтому я думаю, где-то, ну, часика через два, можно на четыре. То есть вам столик в гей-клубе уже оформлять, да? Да, если что, можно. И Надежду, пожалуйста, тоже позовите. Старый на моем канале сидит, кейсы хуярит. А, вы, сука, забайтили. Я не кейсы хуярю, я немного повзрослел, ты че, блядь? Да мне забайтили. Старый, верни мне цифры, не знаю каким образом, верни мне цифры. Я первый раз вижу такой онлайн. У меня такое только на Raid Shadow Legends было, что это за дела, блядь? Не выебывай. У меня главная твича вообще-то сегодня. Да, спасибо, а у меня завтра, ну я завтра не стримлю. Блядь, он реально кейсы открывал! Че там, Манурин? Ой, да вы что, сука, как минное поле. Куда не нажмешь, везде-то. Смотрите, как какая кулич красивая, да? Где это, блядь, нажимаешь? А, сапер, точно. Отвечаю, еще два года, и она будет вообще мега девочка. Как сапёры, блядь, нажимаешь, там бомба, блядь. Нажимаешь, здесь тоже майка CS:GO. Так, ну-ка, сейчас посмотрим, что у старого получится, нет, на мой канал привлечь внимание. А, реально? Да, здрасте. Сегодня я занимаю, скажем так, роль Братишкина и провожу рейды фриков. Привет. Здравствуйте. Чё, как дела, как настроение? У меня сейчас такой небольшой дисконнект и диссонанс произошел. Передайте Якадзе, что у нее ебала коробка. Нас взломали. Это вообще непонятно, как произошло. Мы стримили, а потом смотрю, я появляюсь на стриме Братишкина, а он появляется на моем стриме. Вот, произошел какой-то непонятный взлом, и я вообще не понимаю, что происходит. Вот, ну я решил, что, ну и ладно. В принципе, меня это устраивает. У Хеоса теперь онлайн большой, а вот у Братишкина не очень. Видишь, да, что происходит? Так, кого мы еще не рейдили? Братики. Ребята, на братиках надо завести, сейчас у них точно диссонанс будет. Рейд от Хесуса? Привет. Здорово. Буду молчать, слышите? Вебку выключил, буду молчать. Здорово. К братикам идем срочно, ребят. И пишем. Рейд от братишкина. Рейд от братишкина. А как? А, зайти к Хесу. А как зайти к Хесу на стрим? Сейчас включу стрим. Сейчас мы сейчас зайдем, секунду. Не надо! Не-не! Да я здесь! Вас наебываю! Да не Хесус, а братишкин! О, я себя вижу, не понял. Ебать, он нас включил на фул. Выключи, не могу свой голос слушать. Я тоже. А как мы. Я не понял, а как мы у него на канале? Это что такое? Это как? Я тебя смотрю у Хесуса на канале. А, на братишкина, блядь! Да на канал братишкина! Нет, там Хесуса вас наебали! А, нихуя не понял, это ничего что? Не понял, блядь, что происходит? Я на два канала там и там. Что происходит, блядь, всем привет, я не знаю, мы тупые кочки, ничего не понимаем. А вот смотри, махает. Хочешь свою кочку покажу? А вы понимаете, вообще, я ничего не понимаю, объясните, что происходит. А я сам не знаю, что происходит, мы тут смотрим, бабах, там, рейд сидела. Ух ты, у меня такая же хуйня. Вроде только что это сидел, стримил на своем канале, бабах, оказываюсь на канале Братишкина. А на моем канале вы. Вот, я тоже не понял, что это произошло. Я тоже не понимаю. Это что произошло? Это что такое случилось? А я не знаю, что происходит. Я уже... Прикидывайтесь, что сидите, типа, кино смотрите, а на деле... Мы просто включили стрим, смотрим... О, что это было? Вы видели? Что это было сейчас? А, у нас артефакт может быть, это у нас камера лагает. Понял. Так это я вообще, я еще больше запутался, нихуя не понимаю, что происходит. О! Это что за хуйня вылезла? Братики, посмотри. А, нас наебали. Ну конечно наебали, ну ты что тупой, смотри, братишки на канале Хесус на канале братишки. А, это ж я на братишке на канале, ты понял? Слушай, а ловко вы это придумали, а? Да, чуваки, контента завезли конкретно. Слушайте, наверное, типа уже все, уже на бабочную пошло. Я, наверное, что сделаю? Сейчас я с аккаунта старого закончу стрим, отправлю его сюда рейд, старый подрубится уже. И будет заниматься тем, чем занимался.
То есть мне понравился данный трактив, очень клево. Не забудьте на этот канал фолловиться мои. И те, которые меня не знали или знали, не забудьте ко мне. Фолловиться там, где Хесус сейчас. Я ему сейчас так прям сделаю. Алло, старый. Алло, старый. Сука, ебаная, господи, я перепутал себя. Алло. То есть ты себя старым назвал, да? Ну чё, давайте, покеда, ребят. Надеюсь, вам зашел контент, и вы поржали. Жду нарезку, пиздец.